Привет. Всем что? Всем привет. В отеле сегодня с дедушкой и с бабушкой. Сейчас мы идем в бассейн. Мы не успели поселиться. Первое, что сделала Лив, она забежала, схватила тортик, потом шарик и сразу хочу купальник, хочу в бассейн. Новогодние веночки. Точно Новый год? Ну что, пойдем одеваться и плавать? Уже Новый год наступил, конечно. А какого цвета ты купальник будешь одевать? Эльзы? Хорошо, я брала тебе купальник синий Эльзы, брала купальник Анна Эльза розовый и брала розовый купальник с лягушатами. Ты какой оденешь? Эльзы. Только одна Эльза. Самая любимая наша Эльза. Хорошо, пойдем одеваться. Сладкого наели, шарик взяли, теперь можно плавать. И потом у Лихочка успокоится. Вы еще до бассейна не дошли? Что вы там? Какая челма. Я вижу, что вы делаете. Бабушки? Вот. Ой, бабушка, ну ты просто красавица. Конечно, при такой внучке. Теперь дедушки. А дедушка лучше. Дедушка вообще вне конкуренции. Самый красивый. Ух ты, Шрек. Чего? А чего? Шрек хороший персонаж. Ну, внешне, да. Ну все, хватит вам чай пить, пойдем в бассейн. Идем в бассейн. Мы же идем в бассейн, мы уже готовы. И какой купальник, покажи, что у тебя за животик. Конечно же, любимая Эльза. Идем в бассейн, идем плавать. Посмотри, какое там море красивое. Посмотри, какая красота. Как хочется поплавать в море. Но сейчас зима, сейчас холодно. Только бассейн. Нужно только бассейн, да. Да, пошли в бассейн. Да. Скорее, скорее, скорее. Бассейн. Бежим. Вот, за окном. Ну, это тоже интересно. Смотри, за окном ветер, холод, и шторм. А мы идем плавать. А еще горка у нас есть. Еще горка есть. Ну, сейчас эта горка не работает. Ну, может, летом сюда вернемся. Да. Пойдем. Ну, что, сейчас надо нам занести, что... Плавательные обувь, тапочки, да. Тапочки для дедушки с бабушкой, потому что они живут на 2 этажа выше, чем мы. Сейчас на самом верху. Сейчас мы занесем им тапочки, да. И потом все вместе пойдем плавать. Да. Давай, поехали. Лив, ты где? Ау-ау, и Лив у нас какой этаж? Здесь. У нас 6-й, а дедушки с бабушкой 8-й. Бассейн. Горячая? Или холодная? Как холодная? Почему холодная? Хорошая. Идешь плавать? Ну попробуй. Папа. Супер. Отлично. И теперь сюда. Бабушка. Соскучилась за бассейном? Сейчас дома нет, холодно. Очень соскучилась. Илиф, смотри. Раз, два, три, дедушка. Илифка. Ай, Илифа. Ты где? Наплавалась? Да. А завтра утром еще придем плавать? Да. Хорошо, отлично. А сейчас пошли кушать? Да. Пока. 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 Пока.